Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре штатив Sleek Pro 780DX. Это трехсекционный штатив, минимальная высота съемки 42,5 см, максимальная высота 193,5 см. Но если уменьшить ширину ног, высота становится 2 м 5 см примерно. Я так часто делаю, когда вокруг находятся люди, когда мало места, но очень это выручает. И плюс высота увеличивается. Переустановив центральную штангу, сейчас я продемонстрирую. Вот так вот. Раз, зажали кольцо здесь. Вот в таком положении можно осуществлять фото и видеосъемку сверху вниз. На этом штативе установлена 3D-голова Sleek 807E с двумя регулировочными ручками. Одна ручка отвечает за вертикальное панорамирование. Вторая ручка отвечает за горизонт. Также на этой видеоголове есть зажимной винт, который не позволяет этой голове двигаться. Также есть зажимное кольцо, ослабив которое, можно выдвинуть центральную штангу и установить ее в нужное положение. Вот так вот. Зажал я кольцо. И штанга у меня в нужном положении. Также здесь имеется зажимной винт, который не позволяет этой штанге опускаться вниз и крутиться. Вот. На каждой ноге есть замки, которые позволят нам раз, два, три, и еще вот откручиваю центральную штангу. Одну секунду, это занимает некоторое время. Штангу я пока откину в сторону. И вот. Вот в таком положении высота нашего штатива становится 42,5 см. А откинув только одну ногу, сейчас вот так вот раз, можно использовать штатив как риг. Вот так вот можно снимать еще. Каждая нога штатива прорезинена. На каждой ноге есть клипсы, которые позволяют быстро выдвинуть ноги штатива. Раз.
Ну и вот так вот. Вот такая вот высота штатива примерно. Это еще высота без выдвинутой центральной штанги. Ну, вот в таком положении можно снимать, что необходимо. Вот такой вот штатив Sleek Pro 780DX. В общем, этот штатив я использую при съемке давно, уже, наверное, на протяжении 5-6 лет. Штатив мне нравится. Он высокий достаточно. Использую я его при съемке концертов. Выручает меня очень. Вот. Но есть также и минусы. Это, наверное, вес. Примерно он весит 3 килограмма с лишним. И также не очень хорошо у него с горизонтальным панорамированием. Потому что, ну, все зависит от рук, от привычки. Плавность движения, вот это все отрабатывается. Вот. В общем, штатив Sleek Pro 780DX я могу посоветовать любителям фото- и видеосъемки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Кто не подписался, подписывайтесь. Напишите какой-нибудь комментарий. Всем спасибо, до новых встреч!